Всем привет! Продолжаем подводить итоги 2017 года. Мы уже рассказали о громких скандалах, звездных свадьбах и разводах, а также знаменитостях, ставших родителями в уходящем году. Сегодня предлагаем посмотреть на провальные выходы звезд, а также их неудачные селфи и фотошоп, которые вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Для ежегодного карнавала Риана выбрала яркий образ со стразами и разноцветными перьями. Фотографии звезды удостоились не только комплиментов, но и критики от поклонников. На одном из снимков внимательные подписчики разглядели, что большой палец правой руки Рианы раздвоился. Ее обвинили в том, что она использует фотошоп, чтобы казаться стройнее, ведь в последнее время девушка заметно располнела. Отвечать на эти обвинения знаменитость не стала. Одним из самых странных образов Ольги Бузовой в 2017 году можно назвать образ для церемонии премии Муз-ТВ. На красную дорожку Олимпийского девушку вынесли полуобнаженные мускулистые танцоры. Сама королева сидела в морской раковине и изображала то ли русалку, то ли Афродиту, то ли Кхалиси из «Игры престолов». Судя по целой серии фотографий, Мадонна не создана для селфи, а селфи не созданы для Мадонны. Звезда выбирает не самые удачные ракурсы, а чего только стоят ее странные выражения лица. Под этим фото в Инстаграм фолловеры написали, что едва узнали любимицу. Одни подписчики отметили, что вид у поп-королевы уставший, а другие вовсе напрямую заявили «постарела». Певица Ёлка тоже попала в бьюти-провал на премии Муз-ТВ 2017. Во-первых, бесформенный черный балахон прибавил ей лишний десяток килограммов. Во-вторых, не очень удачными оказались прическа и макияж. В личном профиле Марион Котийяр в Инстаграм довольно мало фотографий самой себя, а селфи и подавно. Себяшки, которые она выкладывала со съемок фильма «Рок-н-ролл», расстроили ее подписчиков. Неудивительно, ведь на них она потеряла свою индивидуальность, став одной из инстагерлс с надутыми губами. Правда, это была всего лишь забавная пародия от актрисы. На фестивале Big Love Show зрителям запомнилась Вера Брежнева, которая примерила на себя образ роковой брюнетки. К счастью, только примерила. Короткая стрижка и черные волосы совершенно не к лицу певицы. Бритни Спирс – тот самый случай, когда фильтры бы не помешали. Очевидно, что Спирс обожает делать домашние фотки, а вот приводить себя в порядок перед этим не очень. Почему она так любит позировать ртом на селфи – вопрос во всех смыслах открытый. Летом 2017 года певица выложила серию селфи без макияжа и подписала, что именно так она выглядит по утрам в домашней обстановке, ожидая свой кофе. Еще одна певица, которую многие с трудом узнали на фестивале Big Love Show – Лена Темникова. После ухода из группы «Серебро» девушка решила радикально сменить имидж. Больше никаких сексуальных мини и обтягивающих платьев. Теперь Лена предпочитает бесформенные балахоны с рукавами до колен, штаны Аладдина и а-ля мужские ботинки. В последнее время Джессика Симпсон стала выглядеть значительно хуже, чем раньше. Но вот ее селфи и вовсе оставляют желать лучшего. Она пытается изобразить томный взгляд и слегка приоткрывает рот. Выглядит так себе. На фестивале «Новая волна» Кэти Топурия зачем-то покрасила брови в огненно-рыжий цвет. Хотя, может быть, Кэти красилась в темноте? Или, может, это часть сценического образа? В начале 2017 года певица Майли Сайрус огорошила подписчиков, выложив селфи, где она указывает грязным ногтем на свой прыщ. Комментарии под публикацией полны недовольных смайлов. На золотом граммофоне удивила странным образом Ани Лорак. Во-первых, звезду подвела влажная укладка. Создалось ощущение, что Ани просто не успела высушить или помыть голову. С макияжем также не задалось. Густо подведенные темным карандашом глаза сделали взгляд певицы уставшим. Еще Ани была замечена в неумелом использовании фотошопа. На одном из фото было непонятно, какого эффекта хотела добиться Ани. Подкачать правую руку или добавить объема волосам. У нее не вышло ничего. Весь правый бок артистки поплыл, начиная от макушки и заканчивая бедром. В сентябре 2017 года Кэтрин Зета-Джонс просто взорвала соцсети своим утренним селфи без макияжа. Поклонники разошлись во мнениях. Одни восхищались ее красотой, а другие упрекнули звезду в том, что она выглядит старше своих лет.
Вот еще одно фото с явным фотошопом, на котором раскрыт секрет молодости ног певицы Любови Успенской. Леди Гага не боится выкладывать фотографии не только в ярких образах, но и в более повседневных. На одном из таких селфи певицу выдало отсутствие макияжа. Уставший вид и синяки под глазами заставили поклонников Гаги поволноваться. Увидев фотографию Ксении Собчак с отдыха, комментаторы выступили довольно резко. Они попросили ее не выкладывать больше такой ужас и не пугать народ. Впрочем, стойкость Ксении заслуживает похвал. Она совершенно не обращает внимания на подобные выпады в ее сторону. Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, выступает за натуральную красоту. Она нередко выкладывает вызывающие снимки, на которых можно рассмотреть ее небритые части тела. Выход певицы Лолиты на сцену фестиваля «Жара», где она появилась в обтягивающем трико, надолго запомнился аудитории. Лолиту и ее костюм несколько недель обсуждали в СМИ, а ее фотографии с мероприятия стали интернет-мемом. Сама артистка отнеслась к ситуации с юмором и даже поделилась в Инстаграм забавным коллажем. Наталья Чистякова-Ионова в канун церемонии премии Муз-ТВ решила поэкспериментировать с образом. Пышным кудряшкам певица предпочла мокрую укладку, а нюдовому макияжу – темную помаду. В итоге певицу не сразу узнали даже преданные поклонники. Выбранный образ добавил Наталье лишних десяток лет. Весь год певица Мэрайя Кэрри боролась с лишним весом, и весь год хейтеры смеялись над желанием артистки выглядеть, а не быть на самом деле стройнее. В августе Мэрайя снялась для журнала в образе русалки, продемонстрировав талию, подчеркнутую корсетом. При этом на необработанных кадрах с концерта фигура Мэрайи выглядит иначе. Телеведущую и диджея Машу Малиновскую уже неоднократно критиковали за чрезмерное употребление ретуши на своих фото. Но однажды Маша переплюнула саму себя. Она опубликовала селфи, на котором была затерта половина лица. Еще одна девушка, бывшая участница Дом-2, Виктория Карасева, поражает многих своими отфотошопленными снимками. Некоторые фотографии просто пугают ее фолловеров. Виктория предстает на них с выбеленным лицом, бровями-ниточками, темной помадой и линзами черного цвета. Певица Юлия Началова часто публикует селфи, на которых ее лицо выглядит как маска. Но никакая критика подписчиков не влияет на любовь Юлии к фотошопу. В конце предлагаем посмотреть на интересные фотографии знаменитостей на различных мероприятиях уходящего года. На сегодня все.
Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!